Всем привет от меня большой из Ташкента. Кто-то просил меня вот снимать молодежку. Недавно спросили меня, как выглядит молодежное кафе. Вот снимаю, специально рядом прохожу, снимаю молодежное кафе. Раньше оно называлось «Молодежка», все прикалывались, «Молодежка», «Молодежка». А теперь он Castelbar. Вот хочу снять вам, как выглядит молодежка. Сейчас камеру с собой не взяла, хочу на телефон это снять. Пожалуйста. Это которая на третьем квартале находится. Представляете, как он сейчас выглядит? Хотите приколоться? Ну, сейчас я попробую зайти внутрь, потому что я там, ну, короче, камеру не взяла, жалко, да? Ну, сниму. Она вот сейчас ни одного человека нет. Видимо, здесь транслируется футбол. Рядом общежитие. Вот так вот она сейчас называется. Castelbar. А раньше была просто молодежка. Раньше зависали здесь. Больше всего мне помнится, как я здесь очень любила желе в стаканчиках. Жарко. Сейчас жара. Интересно, она работает вообще? Сейчас попробую зайти, посмотреть. Да, работает, видите? Здрасте. А можно поснимать? Просто все молодежка, молодежка. Я думаю, блин, просто зашла посмотреть. Да я чуть-чуть, просто внешне. Здрасте. Вот так выглядит сейчас молодежное кафе. Сейчас Castelbar называется, да? Да. Что здесь подают? Пиво. Ага, видите, слышите? Ну, короче... Европейская. А, европейская кухня. Так что будете в Ташкенте, заходите, молодежка живая еще. Ладно, до свидания. До свидания. Ну вот, просьба выполнила всех желающих, кто захотел в молодежке побывать. Я зашла, сняла. Касса существует, еще внутри прохладно, можно сидеть спокойно и кайфовать, пить пиво. Кто любит пиво или кто любит европейские закуски, добро пожаловать в Castelbar. Вот так вот. Сейчас я иду в торговый центр от Пионерской, от Мукими перекрестка до торгового центра. Что-то я не подумала, надо было мне взять камеру с собой. Я всегда с собой беру видеокамеру, а в моем случае это, видимо, я сегодня забыла эту видеокамеру. Оживленненько, да? 4 часа дня, ну, почти уже 5. Нет, около 5 уже, без 10, 5. Ладно, пишите в комментариях, кто и что еще чего хочет посмотреть. Сниму с удовольствием. Кому будет интересно, смотрите наш влог «Весь мир за окном». Ставьте лайки, комментируйте, не забывайте о том, что мы существуем еще. Я пока в Ташкенте. Принимаю заказы, кому это интересно. Выполняю все ваши пожелания. Пишите в личку или оставляйте свои координаты, я с вами свяжусь с удовольствием. Ну все, всем хорошего дня или вечера. Пока.